Влюбленные всегда немножко сумасшедшие. Да. Если подарок вашего партнера вам не понравился, скажете ли вы об этом? Скажу. Секрет стабильности вашей пары заключается в сильной любви? Да. Если незнакомец встретит вас в толпе, поймет ли он, что вы влюблены? Да. Являетесь ли вы центром интересов друг друга? Являемся. Любовью. Хватит? Нет. Стало ли большинство друзей вашего партнера вашими друзьями? Да. Способны ли вы оценить иронию и юмор вашего партнера? Да. Идете ли вы время от времени на маленькую ложь, чтобы избежать ненужных конфликтов? А иногда считается да? Да. Прислушиваетесь ли вы к совету своего партнера при покупке вещей или одежды? Да. Да. Способны ли вы оценить маленькие жертвы вашего партнера? Способна. Считаете ли вы, что поехать отдельно в отпуск значит подчеркнуть свою независимость? Нет. Как вы полагаете, для счастья достаточно одной любви? Нет. Для женщины домашний очаг трон, с которого она управляет. Так ли это? Нет. Главное в жизни – взаимопонимание. Да. Теряете ли вы интерес к актам? Нет. Жизнь пары – постоянный поиск согласия, а не отстаивание собственной правоты. Как вы думаете? Да. Если при вас на глаза критикуют вашего партнера, вступитесь ли за него? Конечно. Допускаете ли вы мысль о том, что партнер поддерживает отношения с друзьями, которых вы не знаете? Нет. Ваш любимый, любимая, часть вас самих? Да.